Таун по моему личному приглашению прибыли важные гости. Не мешайте им. Наша встреча пройдет в черном сапфире. Привет. Я закончил. Понял. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо после операции. Пора перехватить и подменить нетраннеров. Правда, у нас больше нет доступа к системе Харан Экзотикс. Видимо, нас раскололи. Серьезно? Мы их упустили? Тебе надо найти наблюдательный пункт на въезде в Доктаун и засечь их машину, когда они поедут к Хансену. Теперь хочу сдохнуть. Ну да, они обычно день-два поработают. И опять иди их ремонтируй. Так, теперь мне нужно подтверждение визуального контакта. Сканирую идущий мимо транспорт. В одной из машин будут они. Вижу на дороге людей Хансена, но вряд ли он стал бы выделять охрану нетраннерам. Продолжаю наблюдение. Думаю, это подкрепление едет на стадион. Это Курт Хэнсон. Вы находитесь в Доктауне. Правило первое. Никаких МСПД. Копы получат пулю в мозг. Правило второе. Никаких корпоратов. Вам здесь не рады. Правило третье. Мои люди по цель не обнаружены и обеспечивают его безопасность. Они закон. Их машины. Разбитый Кортес перегородил дорогу. Собирается пробка. Машина обычная, типовая. Это не они. Значит, ищем дальше. Пара мотоциклистов. Вряд ли они бы бросили машину за 2 минуты до приезда.
их стиле. Продолжай. Вижу машину. Подтверждаю, оба нетранера внутри. Сигнал есть? Есть. Теперь они уже от нас не скроются. Ты молодец. До встречи еще есть время. Наверняка остановятся где-то по дороге. Они припарковались и вышли из машины. Идут в сторону клуба. Ви, ты можешь перехватить машину. Вперед. Ты что, слепой или водить не умеешь? Правильно. Слушай и повинуйся. Смотри, куда ходите! Ты на позиции? На позиции. Кстати, классная тачка. Соберись, ты не в автосалоне. У меня дежавю. Есть картинка с камер машины. Хорошо. На всякий случай проверь, все ли работает. Вроде все, только дай мне еще секунду. Зачем? Что ты делаешь? Укрепляю лед. Он тут настроен немного через жопу. Ладно, только не рискуй зря. Все, готово. Неплохо. А теперь ждем. Клиенты возвращаются. Сейчас будут садиться. Сосредоточься. Kurt Hansen, tu l'as vu, non? Il était grave en train de me relooker au Saphir. Oh, à moins que ce soit cette putain de gueule de bois. Oh, ça tourne de partout, dans tous les sens. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Ви, перехватывай управление. Подожди, я немного послушаю, это интересно. Oh, il a foutu le feu au cul de tout le monde quand il a abattu cet avion. Le risque est élevé, oui. Mais ce travail paie bien. On fait notre part. Ensuite, on disparaît. Oh, putain de gueule de bois de sa mère. Il a fallu que tu fasses ça aujourd'hui. Je t'avais dit de pas ouvrir cette dernière bouteille. Ви, как слышишь? Погоди, не мешай. T'en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Je l'ai vu parler au chef de la police et lui donner une petite tape sur la joue comme un chiot. L'autre n'a pas bronché. Et il n'en fallait pas plus pour cerner le personnage. C'est un enfoiré coriace et un homme dur. Il survivra à tout ce qu'ils lui balanceront.
Твердость — это то, что я люблю в мужчинах. И еще выносливость. Ви, остается мало времени. Сейчас. Кстати, насчет погибшего Нитраннера, фигуриста, есть информация? Il avait volé tout le monde autour de lui. Son propre gang, Hansen et quelques pauvres types aussi. Ça lui avait рапporté un petit paquet. Je t'enverrai un fichier tout à l'heure. Перехватываю управление. Je le garde sur ma mémoire secondaire. T'auras qu'à faire une recherche avec le terme «бла». Ok. Взламываю машину. La voiture! Quelqu'un en a pris le contrôle! Emmerich, sonne l'alarme! On a besoin d'aide! Je vais localiser le vecteur. Одну секунду. Готово. Putain, allez, j'essaie de reprendre le contrôle. Ви, доложи, что происходит. Они защищаются. И у них получается. J'arrive pas à la couper! Хренаж. Блять, вы их убили? А ты думал, что мы свяжем им руки изолентой, сунем кляп в рот и дождемся, пока они освободятся и позовут на помощь? Это не игра, Ви. Выжить могли или мы, или они. Я выбрал нас. Понятно. Ради высшего блага надо идти на жертвы. Высшее благо, меньшее зло — это просто оправдания, которые помогают успокоить совесть и сделать, что требуется. Вам надо будет переодеться, но сначала тебе стоило бы получить коды доступа. Они должны быть у Авроры. А коды доступа точно у нее? Точно. Ее брат переносил воспоминания на внешние модули памяти, которые у него иногда крали. С кодами он бы не рисковал. Ох, это как-то неправильно. Думаешь, я поверю, что тебе раньше не приходилось обыскивать трупы? Алекс, ты знала, что так будет? Что их казнят? Конечно, знала. Это же основы. Я не первый раз на задании, Ви. В нашем деле такое случается сплошь и рядом.
Готово, коды загружены. Я поведу. Ви, активируй оттиск личности. Работает? Ой, мой голос. Ничего себе. Охренеть, это я. Как так? Что нравится? Давай тебя проверим. Представься. Наверняка меняется не только внешность и голос. Оттиск влияет на гормональный фон, то есть на поведение. Почти все, что делают люди, продиктовано биохимией мозга. Все верно. Другой гормональный коктейль. Ладно, попробуем. Эмерик Кассель. И все? Само собой. Ну, хотя бы голос похож. Сначала очень похоже на приход, но постепенно привыкаешь. Освойся немного, соберись и поехали. Хансен ждет. Алекс, я только что понял. Мы последний раз работаем вместе. Я не забыл про наш уговор. Майерс все одобрила. Бессрочное дипломатическое назначение. Своего рода ранняя пенсия. Спасибо, Рид. Потряхивает перед заданием? Наверное. Но есть какой-то нюанс? Не то чтобы просто. Мне этого не хватало. Ты готова, Аврора? Вообще без вопросов. Ты отлично справляешься. Говоришь совсем как он. Ладно, пора выдвигаться. Тогда увидимся на стадионе. До встречи. Давай повторим еще раз, пока не приехали. Помни, тебя зовут Эмерик Кассель. Открою тебе маленький секрет, как притворяться другим человеком. Задай себе 3 вопроса. Чего он боится? Чего он хочет? Что он больше всего скрывает? Ясно? Не отвечай вслух. Просто помни об этом и веди себя как он. Итак, Эмерик, скажи мне, что ты думаешь о Хансене? Я видел, как он подошел к комиссару полиции и потрепал его по щеке. Тот даже не возмутился. Это многое мне объяснило. Он человек с твердым характером. Его не сломаешь. У тебя хорошая память. И в роль умеешь входить.
Мы приехали. Вот оно, волчье логово. Занял позицию. Готов к следующей фазе. До связи. Классная тачка. Прокатная. Ты сам можешь взять себе такую на неделю, если хочешь. Остановите автомобиль. Приготовьтесь к проверке. Все хорошо. Проезжайте. Слышал? К Курту в гости сраные европейцы. Припаркуйся. Пока мы не вошли, напоминаю, это ему от нас что-то нужно, а не наоборот. Мы пришли продать ему коды доступа к серверу Киносуры. Держись фактов. Думай, как он мог и не мог поступить. Хансен ждет нас. Пойдем посмотрим на него. Все посты удваивают. Что-то Хансен напрягся. И Хансен, и Мёрфи. Теперь нам тоже придется напрячься. Интересно, в чем дело? Это запретная зона. Их так просто не испугаешь. Мы как раз тут встречаемся с полковником Хансеном. Сейчас. Минутку. Рад, что вы добрались. Мы еще не знакомы. Меня зовут Мёрфи. Так вот он какой. Ваш знаменитый стадион. Так точно. Когда-то памятник спорту от Ибиэм и Петрахема, а теперь центр мировой торговли. Очень по-американски. Полковник уже здесь? Да, он вас ждет. Прекрасно. Идемте. Мёрфи, знакомая фамилия. Кажется, мы все-таки встречались. Уверен, что еще нет. Вы часто посещаете парижские бордели, правильно? Что я... Я просто шучу, Мёрфи. Приятно познакомиться. Шпионы и пропагандисты НСША уже среди вас. Смотрите в оба. Прошу на выход. Учтите, сегодня вы весь день под наблюдением. Курту сообщили, что ФРУ готовят какую-то подставу. Да неужели? Мы держим ситуацию под контролем, но проверять он велел всех, без исключения. Весь стадион оцеплен нашими людьми. Мы также ведем постоянное наблюдение с дронов.
Вам придется оставить оружие здесь. Теперь надо пройти проверку личности. Мы, конечно, ведем себя с гостями, как с друзьями, но все-таки у нас серьезное предприятие, как вы понимаете. Это сердце нашей маленькой империи. Скажите мне, чем именно занимается ваша организация? Торговлей оружием. Хотите начать войну? Закончить войну? Планируете переворот? Мы не задаем вопросов. Все это организуется в Найт-Сити? Кое-что да, но у нас есть связи по всему миру. Япония, Австралия, Балканы, Лагос и так далее. Все, я на месте. Сейчас буду готовить путь отхода. Не торопитесь, мне нужно еще минимум минут 10. Мы почти на месте. Если бы я начал раньше, то привлек бы к себе внимание. К слову, Эмерик, ты и так все понимаешь, но не выходи из роли. Удачи. Мой брат не очень разговорчивый. Да, я заметил. Иногда меня это пугает. Надеюсь, вас нет? Мы только познакомились. Смотрите, какой дипломат. Рад видеть вас обоих. Сойка пока что обезвреживает устройство. У нас есть время немного поболтать. Мы не торопимся. Наверняка. Я слышал, вы вообще не из тех, кто спешит с решениями. Тук-тук, ты здесь? Значит, у нас много общего, полковник. Я слышал о вас то же самое. Интересно. Обычно я слышу о себе прямо противоположное. Люди боятся преступников из-за их оружия, мускулов, хрома и упускают из виду их острый ум. Опаснее всех тот, кто ждет момента, чтобы отомстить за предательство. Давайте сменим тему. Вам понравилось в черном сапфире? Мои люди говорят, вы делали солидные ставки. Надеюсь, все кончилось выигрышем и триумфом. К концу вечера мы все проиграли, но такова природа рулетки. Вы говорите так, будто такой исход вас совсем не расстроил. Ни на секунду. Я, конечно, люблю деньги, но моей жизнью они не правят. Вы знаете, что говорят о великих умах. Думаю, нам с вами суждено было вести дела вместе. А черный сапфир – моя гордость. Я долго трудился, чтобы туда стали приезжать лучшие люди Найт-Сити. Ваша деятельность на стадионе тоже впечатляет. Даже больше, чем прием в Сапфире. Без одного не будет и другого. Чтобы зарабатывать миллиарды на торговле оружием, надо платить миллионы сильным мира сего. Стадион – важная часть моего бизнеса в Найт-Сити. Кстати, вы, кажется, довольно давно не были в Найт-Сити. Со времен Киносуры. Все так, но мы чуть не прилетели какое-то время назад. У Эмерика планировалась сделка в Найт-Сити. Мой брат коллекционирует машины. Я всегда говорю ему, что его тщеславие просто очаровательно. Интересно, из-за какой жемчужины вы готовы были ехать через полмира? Мы ждем,
Меня интересовала квадро-турбоэр года выпуска. Любите классические модели? Я спрашивал насчет вас у своих друзей. И кое-кто упомянул один автомобиль. Правда, не квадру? Вас ввели в заблуждение. Может, случайно, может, намеренно. Странно, мой информант раньше так не поступал. Я заказал водки. Угощайтесь. Вы, наверное, не отмечаете сделки до завершения, но я настаиваю. Чисто символически. Как вы это хорошо сформулировали? Символически. Я знаю, что в Америке так не принято, но меня к этому пристрастили друзья из Сибири. Похоже, у вас много друзей. Прежде чем приехать сюда, я много где был и много что видел. В том числе поездил по Сибири. Значит, вы повидали мир, полковник? На планете не так много мест, где я не был. Зато теперь я знаю, кому позвонить, если нужно найти то, чего ни у кого нет. Завязывать деловые контакты лучше двумя способами. Первый – это путешествовать. Второй – сесть в тюрьму. Ах да, чуть не забыл. Мои знакомые из Лос-Анты передают вам привет. Блок В. Ваши знакомые меня с кем-то перепутали. Точно? Вы ведь провели в этой тюрьме 2 года. Под чужим именем. Да, в VIP-крыле. Простые смертные из блоков даже не знают, кто там сидит. Тогда прошу прощения. Я, видимо, ошибся. Полковник, можно посмотреть ваш нож? Разумеется. Это традиционное оружие якутских охотников. Я провел некоторое время на Филиппинах. С тех пор ножи меня притягивают. Потрясающе. Такая редкая вещь. Кстати, Эмерик, я наводил о вас справки в своем окружении. И мне рассказали, что 3 года назад вы работали на Петрохим. Корпорации редко отпускают людей с вашими способностями. Как вам удалось от них ускользнуть? Все перемены в корпоративном мире происходят из-за денег. Я заплатил. Простой ответ. Прямой, шаблонный и совершенно точно неверный. Особенно если учесть, что мы говорим о времени, из которого вы не можете ничего помнить. Прикинь, все посты удваивают. Что-то Хансен напрягся. И Хансен, и Мёрфи. Теперь нам тоже придется напрячься. Интересно, в чем... Это запретная зона. Их так просто не испугали. Мы как раз тут встречаемся с полковником Хансеном. Сейчас. Минутку. Рад, что вы добрались. Мы еще не знакомы. Меня зовут Мёрфи. Так вот он какой. Ваш знаменитый стадион. Так точно. Когда-то памятник спорту от IBM и Петрохима, а теперь центр мировой торговли. Очень по-американски. Полковник уже здесь? Да, он вас ждет. Прекрасно. Идемте.
Мёрфи, знакомая фамилия. Кажется, мы все-таки встречались. Уверен, что еще нет. Вы часто посещаете парижские бордели, правильно? Что я... Я просто шучу, Мёрфи. Приятно познакомиться. Внимание всем жителям Дагтауна. Это Курт Хансен. Удвоена награда за голову киберпсиха. Прошу на выход. Учтите, сегодня вы весь день под наблюдением. Курту сообщили, что ФРУ готовят какую-то подставу. Да неужели? Мы держим ситуацию под контролем, но проверять он велел всех, без исключения. Весь стадион оцеплен нашими людьми. Мы также ведем постоянное наблюдение с дронов. Вам придется оставить оружие здесь. Теперь надо пройти проверку личности. Мы, конечно, ведем себя с гостями, как с друзьями, но все-таки у нас серьезное предприятие, как вы понимаете. Это сердце нашей маленькой империи. Скажите мне, чем именно занимается ваша организация? Торговлей оружием. Хотите начать войну? Закончить войну? Планируете переворот? Мы не задаем вопросов. Все это организуется в Найт-Сити? Кое-что да, но у нас есть связи по всему миру. Япония, Австралия, Балканы, Лагос и так далее. Все, я на месте, сейчас буду готовить путь отхода. Не торопитесь, мне нужно еще минимум минут 10. Мы почти на месте. Если бы я начал раньше, то привлек бы к себе внимание. К слову, Эмерик, ты и так все понимаешь, но не выходи из роли. Удачи. Мой брат не очень разговорчивый. Да, я заметил. Иногда меня это пугает. Надеюсь, вас нет? Мы только познакомились. Смотрите, какой дипломат. Рад видеть вас обоих. Сойка пока что обезвреживает устройство. У нас есть время немного поболтать. Мы не торопимся. Хм. Наверняка. Я слышал, вы вообще не из тех, кто спешит с решениями. Как интересно. Интересно, что еще вы знаете обо мне? Вернее, думаете, что знаете? Кто я для вас, нейтронный раскет? Техномодифицированный монах? Который считает свое тело храмом? Что тут скажешь? Все именно так. А еще, наверное, я практикую кунг-фу и знаю тайну дрожащего кулака. Берегитесь, полковник. Может, слухи не врут. Давайте сменим тему. Вам понравилось в черном сапфире? Мои люди говорят, вы делали солидные ставки. Надеюсь, все кончилось выигрышем и триумфом? К концу вечера мы все проиграли, но такова природа рулетки. Вы говорите так, будто такой исход вас совсем не расстроил. Ни на секунду. Я, конечно, люблю деньги, но моей жизнью они не правят. Вы знаете, что говорят о великих умах. Думаю, нам с вами суждено было вести дела вместе. А черный сапфир – моя гордость. Я долго трудился, чтобы туда стали приезжать лучшие люди Найт-Сити.
Ваша деятельность на стадионе тоже впечатляет. Даже больше, чем прием в Сапфире. Без одного не будет и другого. Чтобы зарабатывать миллиарды на торговле оружием, надо платить миллионы сильным мира сего. Стадион – важная часть моего бизнеса в Найт-Сити. Кстати, вы, кажется, довольно давно не были в Найт-Сити. Со времен Киносуры. Все так, но мы чуть не прилетели какое-то время назад. У Америка планировалась сделка в Найт-Сити. Мой брат коллекционирует машины. Я всегда говорю ему, что его тщеславие просто очаровательно. Интересно, из-за какой жемчужины вы готовы были ехать через полмира? Возможно, вы знаете Грейсона? Он хотел продать мне классический Порше, которым раньше владел известный американский рокер. Все знают Грейсона. И этого рокера. Я тоже слышал, что его машина продается. Сделки не случилось. Грейсон, как это, сошел на финишной прямой. Я заказал водки. Угощайтесь. Вы, наверное, не отмечаете сделки до завершения. Но я настаиваю. Чисто символически. Как вы это хорошо сформулировали? Символически. Я знаю, что в Америке так не принято. Но меня к этому пристрастили друзья из Сибири. Похоже, у вас много друзей. Прежде чем приехать сюда, я много где был и много что видел. В том числе поездил по Сибири. Значит, вы повидали мир, полковник? На планете не так много мест, где я не был. Зато теперь я знаю, кому позвонить, если нужно найти то, чего ни у кого нет. Завязывать деловые контакты лучше двумя способами. Первый – это путешествовать. Второй – сесть в тюрьму. Ах да, чуть не забыл. Мои знакомые из Лос-Анте передают вам привет. Блок В. Ваши знакомые меня с кем-то перепутали. Точно? Вы ведь провели в этой тюрьме 2 года. Под чужим именем. Да, в VIP-крыле. Простые смертные из блоков даже не знают, кто там сидит. Тогда прошу прощения. Я, видимо, ошибся. Полковник, можно посмотреть ваш нож? Разумеется. Это традиционное оружие якутских охотников. Я провел некоторое время на Филиппинах. С тех пор ножи меня притягивают. Потрясающе. Такая редкая вещь. Кстати, Эмерик, я наводил о вас справки в своем окружении. И мне рассказали, что 3 года назад вы работали на Петрохим. Корпорации редко отпускают людей с вашими способностями. Как вам удалось от них ускользнуть? Полковник, возможно, в это трудно поверить, но я не помню. Я храню воспоминания на модулях памяти. Модули за тот период у меня украли. Простите, я хотел бы вам ответить, но не могу. Что вы, ничего страшного. Вот и Соми. Главный сервер готов. Можем начинать. Вы помните условия. Один из вас вводит код доступа. Другой остается со мной. О, я буду рада остаться. За работу. Идите за мной. Как мы и договаривались, день... Деньги придут на ваш счет уже сегодня. Деньги и выполненные обещания. 2 из 3 моих любимых вещей. Пока вы ждали, я провела небольшую диагностику. Главный сервер подключен к системе. Работаем. Представляете, он создал здесь лабораторию специально для этого. 10 миллионов евро-долларов только для одного вашего визита. В этом весь Курт. План побега вступит в силу, когда мы получим нейроматрицу. Я взломаю локальную сеть и натравлю охранные системы стадиона на солдат. Мы воспользуемся паникой и убежим. И сколько людей погибнет? Сколько нужно, чтобы мы выжили?
Я смогла создать симуляцию бункера. Исходной среды для главного сервера. Скоро можно будет вводить коды доступа. Ви, скоро тут начнется ад. Уходим, как только Хансен умрет. Я блокирую доступ в эту комнату. Алекс и Рид не будут рисковать и уйдут намеченным маршрутом. Вот он, во всем своем великолепии. Насчет нас не волнуйся. Никаких проблем не возникнет. Я глянула планы стадиона. Знаю, куда бежать. Приступим? Назад пути нет. Нет, но мы друг другу поможем. За дело. Есть? Какой пинг? 1 миллисекунда. Думаю, сойдет. Тогда заходим. Включаю главный сервер. Хансен что-то подозревает. Просто его пока не озарило. И уже не озарит. Вижу. Есть ответ. Приготовьтесь вводить коды. Ви, спасибо тебе большое. Спасибо, что помогаешь мне. Еще совсем чуть-чуть. Теперь ваша очередь. Можно вводить коды доступа. Подключайтесь. Спокойно, Сойка. Осталось недолго. Финишная прямая. Нейроматрица. Курт, у нас проблема. Не надо, с ней я сама справлюсь. Думала, со мной это прокатит? Сойка! Что? Ты... Нет! Ты просто не понимаешь, что делаешь. Я очень хорошо понимаю, Ви. Я делаю все, чтобы выжить. Получилось, Ви. Ледокол заработал. Зачем? Зачем ты это сделал? Я верю Риду, когда он говорит, что поможет тебе. Тебе тоже стоило бы. Ничего. Ничего ты не понимаешь. Вы все двуличные твари. Ах, что? Ох. Что происходит? Ты убила Алекс. Нет, это сделал ты. Внимание всем постам. На стадионе Федералы. Ох, ебаный в рот. Чувство такое, да будто в шахту лифта свалился. Значит, тебе повезло. Мне показалось. Все в лабораторию. Ломайте дверь. Ты распался на 1000 частей. И в эту же секунду склеился обратно. Если вы это слышите, такого вы и сделали правильный выбор. Черт, полиция и банда. Вот она и поехала. Только тебе не жить, сука.
Налоги? Больно? Кому они сдались? Зовите подкрепление из Сапфира. Вы отзовы. Зоми. Быстрее выносите эту ёбаную дверь. Зашла за черный заслон. Живей, живей! Да какого хер? Закрыть стадион. Почему? Быстро. Она сошла с ума. Алекс погибла. Алекс. Шевелись. Давай, давай. Уходи оттуда. Времени нет. Нетраннер! Ты где? Если вы это слышите, вы сделали правильно. Давайте его! У меня для тебя сюрприз. Нетраннер, сука! Вылезай! Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды... Не забудь забрать снаряжение. Налоги? Кому они... Лифт не работает. Пройди через рынок. Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Незваные гости. Ищем как минимум двоих агентов федералов и двух нетраннеров. Задерживайте всех, кто ведет себя странно. Мои люди их проверят. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды? Только не в Доктауне. Налоги? Кому они сдались?
Тебе надо уходить как можно скорее. Пока вы не нарушаете правила. Блять. Справедливо выйдет, мука. Я тоже так думаю. Пытались меня убить. Кто-нибудь подбирался так близко? Ха, подобраться близко еще не значит дойти до конца. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды — это ты зря, щенок. Так дал. Налоги? Кому они сдались? Готов присоединиться к подружке? Я защищаю ваши интересы. Ты понял, что она не выйдет живой, когда вы разделились? А может, когда вы только зашли сюда? Я тоже так думаю. Для меня люди не просто пешки. Я отомщу за ее смерть. Хочу, чтобы ты сдох. Только не надейся, что я тебе поддамся. Вообще, я очень разочарован. Если Майерс хочет, чтобы ее уважали, пусть в следующий раз присылает спецназ. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды? Только не в Доктаун. Налоги? Ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Это ты зря, щенок. Остались только мы.
Да. Полиция и банды? Да. Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Остались только мы. Да. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Да. Ах ты, говно! Если вы это слышите, вы сделали правильно. Не забудь забрать снаряжение. Полиция и банды? Только не лифт не работает. Пройди через рынок. Я буду ждать на выходе. Смотри, что я принес. Здесь я защищаю ваши интересы. Ужасно. Кого не нарушаете правила. Внимание всем постам. Справедливо звучит. У нас незваные гости. Я тоже так думаю. Ищем как минимум двоих агентов федералов и двух нейтранов. Да. Задерживайте всех, кто ведет себя странно. Мои люди проверят. Тебе надо уходить как можно скорее. Блять! Убейте говнюка! Так близко.
Подобраться близко еще не значит дойти до конца. Я защищаю вас и интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже. Я убивал и тех, кто был сильнее тебя. Готов присоединиться к подружке? Ты понял, что она не выйдет живой, когда вы разделились. А может, когда вы только зашли сюда? Для меня люди не просто пешки. Я отомщу за ее смерть. Хочу, чтоб ты сдох. Звучит. Я тоже так. Только не надейся, что я тебе поддамся. Вообще, я очень разочарован. Если Майерс хочет, чтобы ее уважали, пусть в следующий раз присылает спецназ. Убивал и тех, кто был сильнее тебя. Это ты зря, сынок. Я убивал и тех, кто сильнее тебя. Убивал и тех, кто...
Слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не в Доктаун. Остались только мы. Налоги? Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Это ты зря, щенок. Полиция и банды, только не в Доктаун. Налоги? Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правила. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Сильнее тебя. Сука. Тоже мне вожак Доктауна. Спасибо, что отомстил за Алекс. Если вы это слышите, вы сделали правильный выбор. Полиция и банды, только не в Доктауне. Налоги? Кому они сдались? Здесь я защищаю ваши интересы, пока вы не нарушаете правил. Справедливо звучит. Я тоже так думаю. Прям по коридору и налево. Берегись, когда выйдешь, прятаться будет негде. Лифт справа. До него уже недалеко. Шевелись, Ви! Становится жарко!
залезай. Идем. Держись крепче. Так, ладно. Подведем итоги. Алекс погибла. Сойка сбежала. Мы не знаем, она ли это или что. Какой-то бешеный Искин. Блядь. Рид, мы ее найдем. Киберпсихопатку в таком состоянии сложно не заметить. Ты прав. Главное сейчас — найти ее. Она может быть где угодно. Надо прослушать переговоры полиции. Если ее кто-то видел, они узнают об этом, Омега. И мы тоже. Повторяю, цель класса Омега. Макс так уже выехал. Внимание всем патрульным! На месте происшествия работает Макстаг. Не вмешиваться! Повторяю, смотри, не вмешиваться! Смотри, полиция в Доктауне. Когда в дверь ломится киберпсих, для Макстага все готовы сделать исключение.